Ну а на юго-востоке Китая, в провинции Цзянси, этим утром рухнул автомобильный мост через реку. В этот момент по нему ехали несколько машин, еще несколько транспортных средств под завалами на земле. Информация о жертвах не поступала. На месте ЧП начались спасательные работы. Следователь выясняет причину обрушения. По некоторым данным, мост должны были сносить, но, получается, не успели.